открытие чемпионата мероприятие ответственное. И да. Мы, как три представителя Воронежской области, репетируем открытие. Очень ответственное дело. Александр, Руслан, Михаил готовы представить нашу прекрасную область. Вперед, Воронеж! Аккурат! Защитник. Еще Руслан защитник. И Дима защитник. Все, все остальные в запасе. Я играю чуть, ухожу и потом стою за меня. Готовность номер один, я так полагаю. И мы начнем свой параллельно музыкальный фестиваль. К нам присоединился Валерий Шмаров. Вообще без него мы даже не знаем, как у нас пошла бы игра. Но... Ну, сейчас тяжело сказать, потому что соперник был намного моложе, намного легче. Видите, все худенькие какие, быстренькие. Поэтому нам было тяжело очень. Вот. Ну, все здорово, все круто. Мне кажется, что у нас все получается. Получается. Так, играем. Хорошо играем. Ну, весело. Да, весело. Куражимся. Но куражимся, но перспектива есть. Есть перспектива. Если я начну следующую игру, то есть. Ну, на самом деле, я больше... судил и организовывал. Я как президент Федерации школьного спорта Воронежской области много раз был на трибуне, но в меньшей степени был на поле. Сегодня я на поле, я просто счастлив. Вот эта энергетика, которая здесь гуляет, которая передается от игрока к игроку, тем более ты же знаешь сам, что такое артисты и кто такие артисты. Это люди, которые расплескивают энергию, которая у них здесь есть, и раздают ее всем. Вот сегодня мы этой энергией делимся. Коленки не трясутся уже? Уже нет. Я думаю, что мы их во второй игре наших соперников, ну точно прям... Ну так и будем. Ну что, спасибо. Желаю, во-первых, чтобы дружба победили и чтобы ваша команда на второй игре была удачи побольше. Кажется, я уже вижу чемпиона. Кстати, интересно будет, если не угадаю или нет. Мне кажется,
чемпионами этого турнира, как я посмотрел, будут калмыки. Могу сказать, у нас команда отличная, дружная. Ну, как нам казалось, Воронеж непобедимая, но на самом деле это так. У нас еще есть два матча, я думаю, мы соберемся и сделаем результат. Горько осознавать. Команде Воронежского Олдса физкульт! Привет! Команде Калмыкии физкульт! Привет! Валерий, я после этого... Стихов кольцо.